Буря. Черно-зеленые, фиолетово-коричневые волны взлетают островерхими гребнями к низкому грозовому небу. Грозное, темное небо сливается на горизонте с темной, грозной водой. Вода вздыблена волнами, тучи взвихрены ветром, чайки тревожно чертят белыми крыльями черное небо. Паруса кораблей, застигнутых штормом, натянуты так туго, что, кажется, сейчас лопнут. Лишь над дальним берегом, к которому пробиваются корабли, тучи разорваны. В их просвете видно чуть более светлое небо, берег и башни – путеводный знак для моряков. Твердый берег и светлое небо манят надеждой на спасение. Суждено ли им достигнуть берега, суждено ли им спастись? Вот с одного из кораблей сбросили в море бочонок с жиром. По морским поверьям, масло, разливаясь по поверхности воды, может умерить ярость волн. И действительно, за кормой корабля на картине тянется острый треугольник более спокойной воды. Но и здесь видна новая опасность. Кит гонится за другим кораблем. Бочка отвлекает его внимание. Истолкователи видят здесь аллегорию. Кит, погнавшись за пустой бочкой, упускает корабль. Но по справедливым словам искусствоведа Михаила Алпатова, смысл этой картины заключается не в том, на что намекают ее отдельные мотивы, а прежде всего в том, что в ней непосредственно видит глаз. А видит он грозный морской пейзаж, необычайной напряженности и драматизма. Белые крылья чаек, светлые крылья парусов, полоса светлеющего на горизонте неба то усиливает его тревожный зловещий сумрак, то кажется проблеском надежды. Бурное море запечатлено на картине. Буря времени и жизни угадываются в ней. Картина осталась незавершенной. В одном месте картины виден прописанный гребень волны, но сама волна еще только намечена. В другом ясно видны отделяющиеся друг от друга косо положенные мазки основного тона, на который должна еще была лечь лессировка. Подлинник, он находится в Венском художественно-историческом музее, показывает не только результат, к которому стремился художник, но и путь, к которому он шел. Неистовая энергия бушующей стихии, запечатленная на картине, живет в его душе и двигает его рукой. Мазки мощные, широкие, сильные, ложатся на грунт. Художник, никогда не щадивший своих сил, не щадит их и на этот раз. И ему не хватает их, чтобы закончить работу. Буря остается недописанной.